В общем, я собрался с силами и решил пройти. Точнее, попробовать эту игру. Насколько я слышал, ее практически невозможно пройти. Тем более с первого захода. К сожалению, я только сейчас осознал, то, что этой игры нет на русском языке. Что меня очень сильно печалило, если там будут всякие записки, объясняющие и прочее. Все, что я знаю о игре, то, что здесь есть куча монстров разных видов, что действие происходит на корабле и нужно спастись, все. Ну и то, что игра дико страшная. Сейчас проверим. Ох, я уже вижу. Здесь в игре всякие инструментарии будут. Так. Что? Как же не хватает русского языка? Убивает меня, что здесь происходит? Кто я есть? Найти кого-нибудь, как я понял. Ой, а чё, почему? А что? Так. Понятно. Что? Тайная комната. Ага. Только интересно, здесь можно взаимодействовать с окружением. Ну ничего себе. Ничего себе. Неужели так можно прятаться? Что? Это герой мой сделал, надеюсь. Так, что это? Фонарь. Включить, выключить. Эй, выбрасывать не надо. А, записка. Да я... Какой дипад? Так. Записка. Да, печально то, что я в английском вообще не секу. Только счастье, что понять. Так. Нет. Опа, что это такое? Так, стоп. Что-то там про дипац было написано. Так. Контур соединится. Так, опять записки. Теперь бы понять, что там имелось. Ага. Что это у нас такое? Не знаю. Так, стоп, а аптечки что, нельзя брать? Даже явно что-то хорошее. Да. Надо так делать. Также можем. О! Так сейчас заметил, ноги видно. Это я люблю в играх. Так, не надо записку. Закрой. Да. Так. Сейчас пройдет некоторое время, прежде чем я привыкну. Так, а это что? Ага. Закрывать дверь нужно. Называется здравствуй. Кто в кухне? А интересно, меня уже могут убивать? Мне кажется, да. Что это? Опа, зажигалка. Кружка. Зачем мне кружка? Почему я весь в дерьме?
Так, стоп. Я вообще не понимаю, что может твориться. Так. Мы читали. Черт, может имеет смысл поискать русификатора для этой игры? Если кто-то из игравших смотрит или знающих английский, не скажите, здесь сюжет вообще стоящий или он здесь далеко не главную роль играет? Чтобы свет включить. Интерактивность игры мне нравится. Чего вообще такого нужно? Нельзя открыть. Так, надо. Ну что? А, нет, рука такая понятна. Знаете, какая-то противная игра. Плюс к этому на русском. Мне как-то нервишки пошаливают. Ой, я ничего не понимаю. Что за, блядь, звуки? Черт, я что пришел? Ага. Понятно, видимо, тот, куда я пришел, был единственным безопасным местом. Ой, блин, я не знаю. Песочница. Хоррор песочница меня пугает как-то дико. Вообще нормально? Что это за чертова маска? Вдруг это монстр какой-то? Какого хера? Нет. Для чего мне все это? Зашибись. Блять. Проклятая надпись меня испугала.
еще раз, знаете, вот я бы в такой поиграл. Не знаю то, что здесь есть монстры. Черт, я как-то совсем хиленький стал. Подобные вещи. Что это такое? Ой. Зрафт, блять, я ничего не понимаю. Чейнспул, как это понять? Рюб... Рапчурс. Охереть, я реально не секу. Точно бензин сюда не нужен. Ой, какая плохая игра. А это что такое? Ой, не знаю, я бы... Как все хреново. Ой, я могу расшибиться. Мне надо ее как-то надуть. Спустить. Наверное. Огнетушитель. Я даже не знаю, как... По какому принципу здесь все это действует. Нет, зажигалку нужно. Так, что это такое? Может, не повезет, может, монстров вообще нет. Ой. Что это за херня? Тихо, нахер. Ой, твою мать, я так это не люблю. Я себя знаю, я бы со временем привыкну.
к здешней хоррор-составляющей. Не буду вообще на все это срать. Не нахер, а до первой смерти и все, мне надо подготовиться к такому, я сейчас к такому реально не готов. Это я очкую. Вне корабля я себя поспокойнее чувствую. Твою мать, я опять сюда пришел. Там, блядь, камера. Тут какой-то... Она открыла дверь, блядь. Блядь, закрой дверь. Ебака страшная, блядь. Нахер уйди. Блядь, что там нахер вылупилось из яйца? Ой. Я потом вести главного героя сейчас обделался его просто. Так. Я даже не знаю, что это такое. Но, судя по яйцу, это точно что-то неприятное. Интересно, это яйцо-то одно было? Может, их вообще много может быть? Яйца пропали. Твою сука мать, а. Уйди. Да, блядская камера, а.
Кстати, видели трейлер нового Call of Duty? Уже, видимо, страшная херня будет. Но знаете, дело вот в чем. Когда делают инди-хоррор, тогда не беспокоятся о том, что, насколько страшная будет игра. Когда делают... Когда делают хоррор профессиональные разработчики, у которых есть, ну, как бы, студия, издатель, тогда они все-таки имеют некоторые рамки, потому что им нужно продать игру, и чтобы люди прошли их игру. Иначе они потом не будут следующей части и вообще все, что связано с этой игрой, покупать. Звуки. Самое удивительное, я столько играю сейчас и еще ничего даже не нашел для решения своей проблемы. Я даже не знаю, что делать. Все-таки эта игра была из тех, которые я хотел бы проходить. Не надо было. Самое лучшее на стриме конти или на ютубе посмотреть прохождение. Поугарать. Не самому. Ой, я хочу просто смотреть на море. Океан и все. Нахер. Что здесь за блядство было? О, эта игра слишком страшная. Фу. Нет, нахер, перекур. Это был первый заход, мне его хватило. Я к такой игре не готов.